тем восьмистишием, которые мне тоже нравятся, потому что они не предполагались как какие-то художественные достижения, но они в них прям это просто так, ну, такие шутливые какие-то студенческие, аспирантские сначала так начиналось, потому что когда это начиналось, просто я писал своему приятелю, никакого интернета не было, были какие-то такие действительно вещи, которые попадали. Почему-то вот это восьмистишие, оно как-то очень для русского, для русской поэзии оно такое. Ну и вот это понятно, что письма краснодарскому другу — это аллюзия на письма римскому другу, да, Бродскому, немножко там другой размер у меня, но у многих вот это вот восьмистишие, у Лейкина замечательные. Вот давайте я просто вспомню такой непростой. Приборку делая в квартире, я вынес ссору из избы, наверное, центнер. Миски, гири, заплесневевшие грибы, шнурки, сапог без голенища. Все вспоминать, сойдешь с ума. Жена сказала: вроде нищий, а сколько нажили дерьма. Вчера гонялся за соседом, догнал, побил. За что? За дело. Потом ходил за ним же следом, просил. Прости, мол, накипело. Сосед простил, как даст мне в ухо. Да сильно, даже укачало. Весь день ходил с изъяном слуха, зона сердца полегчала. Пришла пора духовных практик, твой друг теперь даос и воин. Ну, например, такой вот фактик: работы нет, а я спокоен. Ушла девчонка, улыбаюсь. Вернулась, улыбаюсь снова. Чем больше я в себе копаюсь, тем больше нахожу смешного. Играя людям на гитаре, я понял, это им не надо. Любимый на воздушном шаре летал в грозу, она не рада. Я тогда собрался с силой и решил, уйду-ка я в аскеты. Как вдруг услышал: где ты, милый, сыграй на мне, где ты, где? Смотрел, как два больших поэта играют в шахматы. О, боже. Вот это что? Ладья. А это ферзь. А как похоже. Потом от грозы размышления их лица взбухли, потускнели. С моим соседом дядей Синий мы их разняли еле-еле. Мой друг принес вина бутылку, решил вовлечь меня в загул. Он открывал ее так пылко, что чудом штопор не погнул. Весь в сургуче и крошках пробки, в рубашке мокрой от вина, изрек он: как мы все неловки, когда нам цель уже видна. Какой я все-таки чудесный. Мне, если честно, каждый рад. Я внешне очень интересный. И мир мой внутренний богат. Я, блин, восьмое чудо света. Творение Божьего венец. Когда я во все поверю в это, я буду счастлив наконец. Сфотографируйте. Чего-то есть в мозгах такое, что просит сладкого все время. Сижу, охваченный тоской, чешулы, сеющие теми. Зачем, блин, то, что вредно телу, полезно мозгу? Тайна, братцы. Одно понятно, в чем тут дело, без сладкого не разобраться. Мои друзья теперь в Нью-Йорке, там хреново без меня. А я грущу в своей коморке без них. Такая вот фигня. Конечно, грустно жить в разлуке, но так уж как-то повелось. Нью-Йорк. Как много в этом звуке для сердца мужского. Я покупал своей подружке парфюм. Изысканный подарок. Пропах от пяток до макушки духами самых модных марок. Есть и воняние у любимой, и вкус ее довольно тонок. Она спросила с кислой миной: ты что, в бордель ходил, подонок? Не спорю, блюзы мои супер, но мне они поднадоели. На днях послушал, чуть не умер, ну что за лажа в самом деле? Одно и то же в каждой песне. Она ушла, и мне сгрустнулось. Нет, жизнь намного интереснее. Мне грустно, ведь она вернулась. Повесил я турник в прихожей. Турник в прихожей я повесил. Повис на нем тяжелой ношей. И сразу как-то стал невесел. Мой позвоночник распрямился. Мой пресс напрягся, бицепс вздулся,
Я чуть здоровья не лишился, когда два раза потянулся. Про нашу Алинку. Вот такой мы обычно заканчиваем. Играл, не наигрался. Курил, не накурился. И как я сильно не влюблялся, так до конца и не влюбился. Устал я за судьбой угнаться, устал искать ее награды, устал и перестал стараться. И все сложилось так, как надо. Спасибо вам большое. Спасибо вам за гостеприимство большое. Пошли пить чай? Да. Прекрасно. Если кому-то нужны диски и книжки, то...